за бронзу бороться очень тяжело, потому что ты можешь остаться без медали. Конечно, большая ответственность, тем более перед этим выступали девочки, у нас не было медалей. И мне очень хотелось порадовать и свою команду, и болельщиков, и своих тренеров, всех, кто мне желал победы. Мне хотелось вырвать медаль. Я знаю всех. Это было сложно, потому что она является олимпийской чемпионкой и хотела уехать хотя бы с бронзой оттуда. Тоже она очень сильно настроилась. Может, даже где-то превосходила меня и по функции, и по силе, и по технике. Но на Олимпиаде надо бороться до последней секунды и верить в то, что ты можешь выиграть, просто идти до конца. И желание вырвать победу иногда превосходят технические данные. Там, ты можешь быть слабее в чем-то, но если у тебя есть воля к победе, желание выиграть, оно может перечеркнуть все преимущества и плюсы соперника. Удачи, Алмат Акшамов.